21-я ночь. Понедельник. Очертания столицы в Англии. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от ленности или со скуки все поверили, так и живут. Ждут свиданий, боятся разлуки и любовные песни поют. Но иным открывается тайна и почиет на них тишина. Я на это наткнулась случайно, и с тех пор все как будто больно. Объясни мне, папа, как мужчина, почему я до сих пор одна? Может быть, во мне самой причина? Может быть, в том есть моя вина? Я веду себя довольно скромно, не бросаюсь к первым же ногам. Кто-то смотрит дерзко, курит томно. Видно, разным молится богам. Я из тех, кто угощает чаем и стыдится откровенных фраз. Я из тех, кто пишет, что скучает, и при этом честно, каждый раз. Объясни мне, папа, что им надо? Как себя мужчине преподать? Может, ярко-красная помада и колготки с сеткой в минус 5? Неужели нужно быть фривольной? Ты меня иначе воспитал. Знаешь, пап, мне правда очень больно. Мир каким-то непонятным стал. Ничего мне папа не ответил и не смог ни капельки помочь. Для него я лучшая на свете и, как прежде, маленькая дочь. Главное, что я прожила в... Thank you.